Субботник во главе с руководителем регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и депутатом Магаданской городской думы Ксенией Суханкиной прошел во дворе дома номер 7 по улице Флотской. Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» и жители вышли на улицу и навели порядок во дворе. Сегодня мы собрались провести субботник на моем округе. Детские площадки приведем в порядок, вычистим сухостой, вывезем его. И если есть какие-то отходы, то отнесем мусорные баки. На субботник вышли взрослые и дети. Этот микрорайон является округом Ксении Александровны с 2015 года. По словам жителей, такие мероприятия проходят здесь ежегодно. Да, собрались мы силами депутата, членов общественной палаты, друзей. Опять же, вот люди приходят из дворов сделать здесь субботник на округе Ксении Александровны. Это у нас предприятие проходит каждый год. Здесь силы мы собираем достаточно большие. Единственное, что в этот год вот в связи с этой эпидемией мы не пригласили наших ребят-спортсменов, которых у нас там по 20-30 человек приходят вот с Федерации спортивной борьбы, которой я руковожу. Сейчас в микрорайоне ремонтируют спортивную площадку, уже установили новые футбольные ворота и приводят в порядок ограждение. Совсем недавно по просьбе жильцов, а также работников 60-го детского сада, Ксения Александровна отремонтировала площадку для мусорных контейнеров. По словам депутата, хотелось бы, чтобы здесь установили современные баки для отходов, потому как старые уже не соответствуют своим внешним видам, подготовленной для них площадки.